Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами летать в Dead Space 3. И лететь нам надо практически грили, но не грили. Это что, это космические мины, да, здесь? Подойдет? Эй, тебе нужен был движок? Пожалуйста. Годится. Дерьмо, как и весь наш план. Ты всегда такой добрый? Некоторые из нас просто хотят домой. Так, я соединил все основные служебные линии, но черта с два я знаю. Я подумаю над этим. Сгоняй за оборудованием, потом мотаешь ему на ремонтную площадку. Так, вот оно, да? Так, собственно... И что тут? А я пока в упор не вижу, за что это все вытаскивать. Так, ну это вот этот вот, который наш напарник. Подожди-ка. А за что прицеливаться? Тут не за что, ничего нету. Что-то я не понял. Так, это ж баллон. Ой, как мы сиськи обмазали баллоном. Ну и... А, вот, я вижу. Хорошо. И чё тут? Кто-то по мне стрельнул? Ну вот и есть говно, да? Я думаю, что-то как-то подозрительно тихо. Мразь. Так. Больше никого нету. Ну-ка, давай вылазь. Думаешь, у тебя получится оттуда? Да, Кларк, я не дурак. Не забудь закрепить насос, я не хочу, чтобы они отвалились посреди полета. Добрые ребята, добрые. Так, двигатели у меня все готовы? Я бы не сказал, нас будет болтать как щепку в погудок, если попытаемся перелететь атмосферу без четкого плана полета. Как насчет полетных регистраторов из разбитых кораблей? Это мысль, можем попытаться восстановить курс, которым они пользовались. Поищу их на Ронаке. Высматриваем мелкие спутники с торчащими из них четырьмя лепестками. Спутники и с лепестками панели, понял. Так. Ну, пошли, чё, туда, да, да. Полетели. Нам воздуха хватит? Должно хватить, по идее. Ой, должно хватить. Это чё, оно вон там? Так далеко? Ну, нихера себе. Я думал, я ближе. Однако нет, я не ближе. Так, пошли. И куда сейчас летим? Ну, показывай. Это у нас Роанок. Хорошо. Орбитальная командная платформа. Прозвище Босс. Летим к боссу, значит. Ну, окей, USA. Как это было в этом, в кровавом спорте. Окей, USA. Лепестки. Я вижу лепестки. И сколько мне их собрать? Ну, я думаю, мне же их просто тоже никто не даст собирать. Правильно, сейчас какая-нибудь мразь очередная прилетит и все. Угу. Прилетели. Отлично. Так. А вот и сохранение. Пошли сейчас заправимся. Заправились. Пока я не вижу в упор ничего. Подожди-ка. Это что там? Вот. Ага. Конечно. Конечно. Так. Идите сюда, лепестки.
Бакл, я думаю, нашел этих полетных регистраторов. Думаю, нашел. Отлично, вокруг рака должно быть еще несколько. Так, посмотрим, что тут за... Что? Хорошо. Еще несколько, да? Ну, ладно. Подожди-ка. Давай-ка сейчас... Тут где-то есть летающие баллоны? Что просто я мог воздух... Сколько у меня осталось? Азик, ну покажись. 166, нормально еще. Это что такое? Ну? Где? Так. Иди сюда. Вот мы сиськи размяли, размяли, размяли. Так. И летим вокруг. Вокруг говорит этого. Руану-ка еще должно быть. Но я чуть не вижу. Ничего абсолютно. То есть все-таки с правой стороны, да, получается? Ну, получается, что да, с правой стороны. Где? Ну, этот я взял. Подстрелил. Ну-ка. Где? Чё? А это вот он тоже? Так мы же вроде взяли отсюда. Чё за бред? О, ёлки-палки, ну игра. Я думал, ты что-то путное предложишь. Так, здрасте, жопа, Новый год, приехали. Так, воздух, ага. Подожди, вот он, воздух. Иди сюда, баллон. Чё такое, я не понял, я ж вроде как... Хорошо, отлично. Так, вокруг Руанока. Ну, пошли. Я просто пока не вижу здесь никаких лепестков. Бот, где ты хочешь, чтобы я тебя выпустил? Я понимаю, что ты очень хочешь, но... Так, вижу. Вижу вот еще. Хорошо. Зарядили, да, полетели. А тут никого нету? Ну-ка. Хорошо. Вон еще я вижу. Кислород, в смысле. Ящик. Ящик нужен. И что, он не может мне дать ресурс, который мне нужен? Ну, замечательно. Подлетаем. Сколько еще? Найден модуль. Так, подожди, где-то здесь. Вот они. Азик, ты облететь не можешь, что ли? Я не пойму. Что за бред? Давай. Отлично. Так, еще. Еще. Вот еще. Это что, что мне надо? Ага. Я тебя вижу, говно ссаное. И тебя вижу. Я вас всех вижу, мрази. Да ты решил меня так, это, да? Все? Все, или думаю, я собрал достаточно полетных регистраторов. Отлично, дальше что? Так, что? Что он говорит? Так, добавлено задание. 138 метров. А это в какую сторону? Бенч, он, я так понял, этот верстак. Да? Где? Ну-ка. 55,2. SC, это знак суверенных колоний, вот этот значок. Так.
Где? Где, мать его, вход? Здесь? Вот он, по-моему, да. Давай-ка на всякий случай. Потому что, ну его нахер. Это что, ранок? Давай. Открываем. Идем. Так, ну вот здесь можно будет отпустить нашего убер-мега-дрона. Он прям посинел квакать. А его нету? А его нету. Давай, открывай, игра. Надо обязательно. Так. Хорошо, здесь что? А ничего, идем. Я надеюсь, что до станка мы дойдем без проблем. Я очень на это надеюсь. Что-то шевелилось? Ничего не шевелилось. Мне показалось. Ремонтная палуба. Хорошо. Вот здесь же он, да? Да. Там что-то появилось? Вот, мы пойдем заберем. Мы обязательно это заберем. И сейчас посмотрим, что-нибудь покумекаем с цепями. Модернизация, потому что у меня их несколько, я их не выгружал еще. Не выгружал. Давай, язык. Что мы делаем? Полетный регистратор собираем. Хорошо. Темп стрельбы плюс урон. Один урон плюс обойма. Так. Хорошо. Что у нас по металлолому? 546. Ну ничего, жить можно. Так, модификаторы. Давай посмотрим, что здесь. Перезарядка плюс обойма. Перезарядка плюс урон. Темп стрельбы плюс урон. Перезарядка плюс урон. Перезарядка плюс обойма. А у меня что здесь есть по урону? Урон плюс обойма. Вот так вот. Урон плюс обойма. Перезарядка плюс урон. Темп стрельбы плюс урон. И перезарядка плюс урон. Что еще с уроном связано? Не нужно, достаточно. Что у меня тут? Урон плюс обойма. Так, перезарядка плюс урон. Так. Сколько у меня, интересно, будет этих... Обойма. Ну, с патронами жопа. Только плазменный резак спасет отца русской демократии. Это мы переработаем. Здесь все. Похоже, это подойдет. Теперь у нас есть все необходимые части. Хвала небесам, прокладываем путь к ближайшему торговому пути. Нет, Роберт, мы отправляемся на планету. Элли, я знаю, откуда все началось, но нам это не по зубам. Мы не сможем бороться с целой планетой, кишащей этими чертовыми тварями. Но если не мы, то кто? Эсгов больше нет. Роберт, кроме нас больше некому, ты это знаешь. Элли, без обид, но ты бредишь. Да из чего ты взяла, что решение наших проблем находится там внизу? Ты мне об этом сказал. Тогда в каюте адмирал, ты сказал, это надо отключить. И именно это мы и сделаем. Точку, капитан, нельзя это так оставлять. Карвер, меньше всего мне сейчас нужно твое неподчинение. Я сказал, что мы улетаем, и мы улетаем. Нет, Элли права, у нас есть шанс, надо его использовать. Либо отправляйся с нами, либо попробуй нас остановить. Только учти, мертвым мы будем куда опаснее живых. Элли, готов челнок, я иду к вам. Хорошо. Так, туда? Давай. Летим. Так, ну, костюм, я думаю, без толку что-то с ним делать, потому что у нас металлолома нету. Хотя давай посмотрим, что можно сделать с костюмом. Так, улучшить X. Ну, без металлолома тут ловить нехер, конечно. Конечно, тут ловить нехер. Так, в костюме Айзека Кларка, да, пошли. Так. И выходим. Выходим. Ну, здесь никого нету, я думаю, да? Да, никакого говна здесь нету. Давай, открывай. Суверенные колонии. Так, ну, это вот он, я так понимаю, да? Ну-ка. Давай. Ну, да.
Дрянь эта посудина старая. Чё? Нам это ставить надо? Ну давай, давай, чё? Я не против. Давай. Вставляй там, это регистратор или что это? В смысле завершено? Так, навигационный модуль типа того установлен. Подожди, у меня ничего нет. Данные пошли. Вовремя, похоже, скоро откроется наше окно вылета. Хорошо, поднимаюсь на борт. А, ну вот же он. Давай. Come on board. Хорошо. Ждите, ну ждем, чё. Открывай. Главное, все войлоки. 200 лет назад все было войлоки. Ну, 200 лет назад их это летоисчисление. Годоисчисление. Well, да, я тоже рада тебя видеть. Что это? Это ведь должно сработать, да? Окно приближается, все. Сейчас или никогда. Эй, что там с кислородными насосами? Как они разгерметизировались? Я пыталась затянуть, но резьба заржавела. Дай-ка гляну, что можно сделать. Если будет утечка, пламя в кабине сожжет нас раньше, это сделает атмосфера. Сделай, милость, последи за показаниями нанометра на главном пульте. Дай знать, когда давление выровняется. Так, и что, я здесь один самый грамотный? Я не понял. Что? Ну-ка. Так. Да что там? Все? Наконец-то. Давление растет и стабилизировалось. Ты готов? Семья из Крозье. А, то есть вы тут сидите и ждете, пока придет самый грамотный мужчина в галактике, да? Вроде тут как куда ни плюнь, одни гении кругом, а по факту никто ни хера сделать не может. Запуск. Мне нравится, они меня ждут. Это самоубийство. Мины разорвут корабль в клочья. Выдержите так внимание. Посмотрим. Подача горючего работает. Датчики включены. Вижу мини в 2000 метрах. Компьютер наведения выходит на полную мощность. Ну, Айзек, твоя очередь. Прокладываю оптимальный маршрут. Стараюсь выйти на точный курс. Поражение всех объектов. Тяга на четверть. Вперед. А, я, да, им управляю, да, я им управляю. Замечательно. Ой, какой кайф вот летать здесь. Все, тихо. А что надо делать-то? Я вроде как лечу. А, все, надо наводить на это говно. Игра. Где я? Где? Я вообще ни хера не понимаю, как этим управлять. Что-то делаю, но хер его знает, что это. Так, навелся вроде, навелся. Давай. Ай! Взорвали. Так, 10 секунд до входа. 8, 7. Просто придерживайся курса, если мы столкнемся с ними под неверным углом. Есть. А теперь самое веселье. Поехали. Ой-о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 й
Так. Кто это придумал? Ой-о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 й
Пластина не выдержит. Пристегнуться будет жестко. Температура корпуса зашкаливает. Выходим на пределе перегрева. Скорректировать курс. Невозможно скорректировать курс по прошлым буквам. Под этим углом мы не попадем в окно. Так, высылаю новый вектор. Давайте, 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 давайте. Вот так будет лучше. Вот, 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 вот. В окно, в окно, в окно, в окно, в окно. Вот так.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, короче, я не знаю, о чем они болтают. Я и пытаюсь попасть в окно. И я не знаю, попал я в окно или не попал. Вроде как попал. Охереть. Твою мать, это конец. Сбой вспомогательной системы. Двигатели отключены. Высота 24 метра. 1000 метров падает. Высота 23 тысячи метров. Высота 22. Тяги, добавь, падаем. Черт, держитесь, я задраю баки. Вот это жестко. А где этот Роберт, который? Давай, Айзек. Давай, 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 Айзек. Давай. Все, мы задраили баки. Идем обратно. Че, ну? Так, что ты там не сделал поскорее? Отлично, двигатели снова включились. Ой, дурка лютая. Ой, дур. Оу. Здравствуйте. А, искусственное дыхание ему сделай. Черт, Тазик, штурвал, я беру навигацию. Так, что там, что там, что там? А что делать надо? Так, и что? И как здесь летает? Ничего не вижу. Какая у нас высота? Здесь все приборы. А, все, понятно. Ну, а что мне делать-то надо? Как этим говном управлять? Вау! А, все, понятно. Ой-о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 й. Это я так прокладываю себе дорогу, да? Ой-о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 й. Тихо-тихо-тихо. Так, задумано? Да, так задумано. Элли! Улетела Элка хер пойми куда. Мы приземлились. Мы, мать его, приземлились. Чё это? Где это вообще мы? Ага. Здравствуйте, Айзек Кларкович. Давай, 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 давай. А чё такое? Чё с костюмом? Ну, вообще костюм, наверное, поломался, да? Грохнулся с такой высоты. Ага. Давай, Айзик. Ну. Ну покажите же, что это? Где это? Как это? Сбой работы шлема. Прекрасно. Нам нужен новый костюм. Вообще просто великолепно. Наш X красный мигает. Мы упали. И все на свете себе поломали. Что это? Мы где вообще? Это на... Красноярск? Нет связи. Тау Валантис. Я думал, это Красноярск. Да. Так, 37 градусов. Ну, пошли. Идет сохранение. Так, ну-ка. Элли! 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 Язик, давай, зови ее. Хорошо, добавлено задание. Найти выживших. Что это? Что я нашел? Фу, комар пошел в жопу. Сейсмоанализатор. Я хер знаю, что такое сейсмоанализатор. А ну-ка. У меня вот температура падает. А, к огню подходишь, она поднимается. Ну, нормально. А что мне игра не подсказывает, что надо делать? Очень по-доброму все, да. Подожди, ну-ка. О-о-о, чудесно. Да не, я думаю, как ориентир, это огни. Это огни однозначно. Внимание, температура тела падает. Ну, понятно, да. Хорошо, идем. Ближе к огню, ближе к теплу. Понятно. Хорошо. Ни хрена у нас не работает. От слова вообще совсем. Так.
Ну-ка. Давай дальше, Айзик. 37 градусов держим. А башка не мерзнет у нас? Мне вот сильно это интересно. Башка-то... без шлема. Хорошо, патроны. Так. А дальше куда? Вот так? Ну-ка. Я правильно все делаю? Да тут, наверное... Ага, да, правильно все делаю. Элли, нет. Что это такое? Твою мать! Опять на меня что-то падает, как обычно. Ой-о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 й. Айзик, откатывайся. Я думаю, что это еще не все. Конечно, не все. Греемся. Что-то грохнуло. Часть нашего судна. Элли, ты там? Конечно, она там. Черт возьми. Так. Ну, судя по всему, вот по этой вот дорожке идем. Да. Потому что другого пути здесь один хер нету. Температура тела, я в курсе. Костер вижу. Так, опять ветер, и опять нам тяжко идти. Ну, понятно, понятно. Ну, не теплая планета, не теплая. Не дружелюбная вообще абсолютно. 33, нормально, успеем. Еще как успеем. Так, греемся. Давай. Жопу давай развернем свою, согреем. Вот, совсем другое дело. Патроны, отлично. Патроны нам нужны. Патроны нам очень нужны. Это что такое? Хер знает, что это такое. Что-то там полыхает. Пока не понял, что. Давай, Язик, давай, давай, давай. Надо, надо. Иначе амба-шлюмба. Давай. О! Прям сразу где надо выгрузили. Пошли дальше. А чё, огня нету? Огонь, видимо, будет дальше. Я думаю, да. Ну, холодно здесь. Я жгу Красноярск. Давай, давай, я... Нельзя нам медлить. Нам надо греться. Элли! 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 Ну? Чё, поднимается температура? Поднимается. Я чуть не понял, это носовая часть корабля нашего, что ли? Ну, видимо, да. Да, вон кресло. Элли, нет, нет. Да я думаю, Элка живая, чё ты слышишь? А, ну это тот, кому бошку отрубило. Слава богу, хвала Господу. Да, помер другой, а не Элка. Что? Что происходит? Что происходит? Айзик, если ты это найдешь, боже, я так на это надеюсь. Элли, давай, мы тут окоченели совсем. Уже скоро, мы двигаемся к укрытию, я оставлю вам шлейф огней. Он мертв, Элли, пойдем. Айзик, заклинаю, очнись. Ну же. Ну что ж, Элка живая. Так, подожди, а здесь мы все посмотрели? У тебя что, ничего нету? Да ничего нету. Так, а по времени-то серию уже заканчивать надо. Надо заканчивать. Айзик, спокойно. Спокойно, ну не дрогни, ты сильный мужик. Так, это то, что нам Элка оставила. Угу. Идем. А есть еще огонь где-нибудь здесь? Что-то я больше не вижу. Вот он, вижу. Что это? Твою мазерфакер дивизию.
Это опять что за проблема? А? А? Это было очень неожиданно. Элли? На связь, Элли. Ну, я думаю... Да, с этим чуваком уже будем выяснять отношения в следующей серии. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.